Сколько платишь за буст? 0. Потому что я сам бустер. Так, здорово, Серега. Побед тебе. Спасибо, братик, спасибо большое. А у него реально рост 132. Нет, у меня 173 сантиметра. 173 сантиметра, примерно 75 килограмм и удар тонна. Ну, если тебе интересны полные параметры. Так, есть карта, есть карта. Ну, апаться я точно здесь не могу, бля. Хотя стол говно, мы всем проебываем. Так, 31 хп. Надо дектрекер, кстати, включить. Почему я без него сижу? Бля, 31 хп, игра только началась, меня уже отхуячили все. За что такая агрессия, бля? Какого хуя? Не, смотрите, 31 хп, блядь, сейчас сколько? Четвертый ход. Это очень плохо. Это прям очень плохо. Вот эта шутка с бустером, она какая-то не очень крутая. Ну вот смотрите, что я могу сказать в этой катке? Игра только началась, но, блядь, меня уже отхуячили. Понимаете? Это только начало. Я проебал всем. Пятый ход, 23 хп. 23 хп, блядь. А мне нужно жить еще один ход минимум. Пиздец, блядь. Это просто пиздец. Дайте какого-нибудь слабенького, бля. Вы охуели, что ли? Фрики ебаные. И вроде карты хорошие давали на старте. Ну, реально вот хорошие. Просто невозможно победить, например, Энзота, у которого бесплатная карта 2-2. Невозможно победить этого чела, потому что у него, бля, одну карту больше. Запустил ХС, настроение плохое. И здесь 0%. А почему ты в третьей сидишь, бля? Пиздец какой-то. Так, у меня есть зверь, мурлок, элем. Но на самом деле здесь правильное решение будет брать крабика. Потому что если сейчас я буду брать амагаму, мне слишком долго искать шарды. Хотя вот здесь есть шарды, ребята. Можешь реально взять амагаму. На следующий ход делаем золотую. Будет элем, свинка, зверь, мурлок. Просто через крабика это самая нелюбимая стратегия моя. Это прям вообще, я ненавижу этого крабика. Можешь реально взять амагаму? Так будет проще. Вот шарды у нас есть, зафризим на следующий ход. Какой номи, его нету, блядь? Номи нет. Кстати, может быть хорошо, что нету номи, потому что я не успевал бы его сделать. Ну типа 15 хп мы сейчас точно лузаем. Это 100% луз. Понимаете? 100% луз и очень мало хп останется. Вылети на шестой ход, умоляю. Да, бля, где поддержка в чате, ебанутые? 100% будет амагама, делаем золотую. Блядь, поддержка будет в чате или нет, я вообще не понимаю. Есть ревендер, есть зверь, есть мурлок. Блин, ну я бы взял хорошего зверя на самом деле. Ревендер бесполезный, я не буду собирать золотого, там, лягушек. Хотя есть карта, но золотого не буду собирать. Тут надо зверя поменять, крутого поставить. Вот это реально крутой зверь. Так, это минус. Берем шарды. Дали еще меха. В идеале, конечно, поменять элема. Вот этого продать, оставить 2-7. Взять карту. Чашку я не буду брать, потому что мне любой шард дает намного больше, чем чашка. Поэтому в идеале просто искать вот такую карту и все. Ну что, блядь, давай посмотрим, что ты сейчас скажешь. Давай посмотрим. Хорошая солянка, мне очень нравится. Зверь хороший, собачка, мурлок хороший. И элем, который тоже, в принципе, неплох. То есть солянка прям топовая собралась. Зачем лягушку скипнул? Ну, потому что она слабая. Вот этот... Динозавр намного сильнее, чем лягушка. Надеюсь, эту карту заберет. Надо было ближе поставить. Забирает. Хорош. Хорош. Здарова вагон с дровами. Норм, тебя вчера мужики в парке затащили. Тебя в каждой игре бустит. Нет. В целом было неплохо.
Это факт. Так, есть пробафная лема, есть у нас чашка, есть у нас шарт. Ну, здесь все просто покупаем, усиляем стол. Вот скажите, ребят, честно, вчера сыграли неплохо? Ну, вот так вот, если на полном серьезе. Мне кажется, вообще норм. Так, беру карту. Получается, лучше взять элем или лучше взять чашку. Чашка сильнее будет, чем элем. Здесь 4-4, здесь будет у нас больше. Не, вчера было норм. Конечно, тащили, конечно. Сколько я не заходил в пабг, реально забыл. Я последний раз сыграл, когда вот были починки. Потом вышел патч с этим, как его, добавили какую-то карту джунгли. И вот все, я в нее пару раз сыграл и больше не заходил. Но зато вспомните, когда были починки только, когда только пабг вышел, я был король починок. Если я туда падал, починки, то, блядь, там никого не оставалось. Бывало, конечно, оставалось, но в основном я всех разъебал, это факт. Так, у меня сотка, здесь звери. Думаю, искать дальше карты или апнуться. Давайте подумаем. Дальше сидеть, усиляться на четвертой таверне. Ладно. Не, это факт, ребята. Вот все помнят, кто... Когда я играл в свое время. Бля, ну дайте шарды, твари, блядь. Так, смотрите, что я отсюда хочу достать. У нас есть Номи, Мурлок, Бран. Но я бы взял Брана. Для чего? Чтобы в дальнейшем лутать как можно больше шардов. Можно будет выйти в шестую таверну и сделать, например, адаптации найти. То есть я здесь отдаю предпочтение Брану. Просто Мурлок, конечно, хорош. Мурлок хорош, это яд, но, блядь, с ним никаких дальше не будет движений. То есть с ним ничего потом не сделать. Да, круто, яд, но и все, на этом все. Поэтому беру Брана. Не, Номи здесь нельзя, ребят, Номи ни в коем случае. Девятый ход, понимаете что? Вот, смотрите, объясню, для всех, кто не понимает, почему нельзя брать Номи, там, позже восьмого хода. Да потому что с каждым ходом у вас меньше монеток остается. Вы просто не успеете. Есть. Спасибо тебе большое. Надо было поставить элем и сделать его в пятую таверну. Ошибка. Бля, не отвлекайте нахуй. Сидел, донат читал, из-за этого проебал ход. Тут заявочка на топ-1 сейчас будет у меня. Да ускорься, блядь! Ну вы видите, что происходит? Я не могу сыграть карту. Просто не могу сыграть карту. Пиздец, блядь. Зеленая карта на столе осталась. 100 на победу. Ну я не знаю, они будут что-то делать с анимацией. Надеюсь, в новом патче они сделают так, чтобы анимация была нормальная. Ну потому что это невозможно, ребята. Это просто невозможно. Блять, надо было шарды кинуть. Так, беру хп. Беру хп. Надо было гвоздика брать. Беру хп. 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 Так, ролл. Не, здесь адаптации не нужны, ребят. Просто не нужны, поверьте на слово. Ах,
это. Так, минус. Да, жалко, здесь еще есть шарды, ну ладно. Надо было поставить Брана ближе. 74. Блин, и мою стратегию использовал. Обратите внимание, я использовал мою стратегию. Тварь, блядь. Ну куда ты бьешь, блядь, долбоёб? Ладно, это победа. Это победа умом. Доброе утро, Фрик. Привет, ребят, всем привет. Всем хорошего настроения, позитива. Первая катка сразу топ-1, потому что я сегодня в хорошей форме. Если я вам открою...